Когда-то все феи были большие, а теперь они маленькие и живут среди нас. Обучаемся секретам и магическим предметам в школе феерических наук. Сны, мечты и настроение, цвет и алый вкус варенье — это дело наших чудных рук. Да-да, мы феи, феи, феи-ринки. Раз, два, три, четыре, пять. Феи, феи, феи-ринки. Чудеса вас ждут опять. Феерично! Такого красивого платьица даже в коллекции Фирсачи нет. Буся, привет! Мама с папой подарки прислали. Их скоро доставят в класс. Ух ты! Уже лечу! Для бусинки? Для буковки? Что за чепуха? Я заказывала спиральный талисман. К тебе направляется королевский страж с очередной проверкой. Он будет через минуту. О, спасибо. Вот так. С волшебными каблуками я этого стража быстро выпровожу. Королевская розыскная служба. Уполномоченный страж. Жетон номер 317. Повторная проверка. Приступаю немедленно. Вы ищете что-то важное? Я не уполномочен, не правомочен. А впрочем, от вас, умнейшая и проницательнейшая фея Дрёма, у меня нет секретов. Я ищу полуденный талисман. Его здесь нет. Дрёма, смотри! Нам подарочки прислали! Дрёма, это кто и откуда? Простите, но у нас очень важная самостоятельная работа. Пончиковая магия, 3-й уровень. Нам нельзя отвлекаться. А вам пора. Мне пора. Не смею мешать. Полуденного пончика здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Внимание! Вы находитесь в зоне действия высоких каблуков. Включаю систему защиты. Буся, это не Дрёма. Смотри, это Терция. Это был урок перевоплощения. А теперь вы должны перевоплотиться друг в друга. Да так, чтобы Фантик и Дрёма не смогли вас различить. А подарки? А подарки получите, когда выполните задание. Хочется посмотреть, что там в коробочках. Ничего, сейчас мы быстренько перевоплотимся. Квантабрическая полеристика физиомордии гипермулирует... Не-не-не-не-не-не. Перевоплощение – дело серьезное. Нужно поменяться домами, одеждой, гаджетами, всеми вещами и почувствовать жизнь друг друга. Хотя мне это легко. Надену какое-нибудь розовое платье и готова бусинка. А тебе, конечно, сложнее. Интеллект и знания из шкафа не достанешь. Мы еще посмотрим, кто лучше справится. Держи. Потерпи, друг. Так надо. Я буковка. Я умненькая буковка. А это мои буковки на платьице. Что же выбрать? Комбинезон или комбинезон? Да, Бука, ты прям икона стиля. Красивенько. Так, что тут у нас? Наука на службе моды. А здесь что? Режим мгновенная сушка? Интересно. Теперь интерьерчик оживить. Вот так, вот так. Я вас всех научу розовенько любить. Дальше. Ага! Нужно что-нибудь починить. Например, буквофончик. Чтобы он тоже розовенькое любил. Бездарное изобретение. Нужен полный апгрейд.
Приветствую вас. Вы выбрали режим «Говорящая голова». О, старый знакомый. Ладно, ты тут пока самообучайся. Я тебе программу запустила. Маска для лица. О, пусть замаскирует меня под бусин. Карнавальная косметика «Бодрый гоблин». Антикосметин должно помочь. Так, с косметикой у меня не задалось. Попробуем с платьями. Колбочки! Надо провести научный опыт. Я же буковка! Ладно, она все равно некрасивая была. Главное – правильно подобрать цвета. Да чего же эта модная одежда дурацкая? Как ее надевать-то? У вас маскарад? А ты конфетка? Я это... хотела объяснить буковке, что такое прет-а-порте. Фики-лики, ну и чучело. Ой, прости, буквище, красавица. А где бусинка? Эх, ничего не вышло. Нам с Бусей Терция задание дала перевоплотиться друг в друга. Вот я и пытаюсь стать бусинкой. А мне скажет в дрему переплатиться? Буквища, фейки-лейки. Может, это только нам задание? Мама с папой подарки прислали, а она их забрала. Отдаст, если мы так перевоплотимся, что вы нас не сможете различить. А! Это Буся в лаборатории! Ты что натворила? Что с инфузориями? Они-то сытые и довольные, а вот ты мое лучшее платье порвала! Подумаешь, платье! Да что ты понимаешь? Сама носишь мешки на лямках, а чужую красоту портишь! Что она с тобой сделала? Это ты все портишь! Ой, сестры Бу, вы так похожи. Но за такое сходство Терция вряд ли подарки отдаст. Девочки, а давайте вы скажете Терции, что у нас все получилось. Может, она не станет проверять? Она-то обязательно проверит и ничего не вернет. Что же нам делать? Ничего, бусинка, мы что-нибудь придумаем. Правда? Конечно, ведь мы же феи. Ага, страшной разрушительной силы. Когда я в тетрадке рисую протоны, когда открываю я с кремом флаконы, когда обучаю летать телефоны, прекрасным становится мир. Не так уж это и сложно. Мир сложнее квантовой механики. Вам подберу, если надо. Я гаджеты вам починить буду рада. Чудесный журнальчик о модных нарядах. Недаром зачитан до дыр. Дарить красоту так легко и приятно. Красивою быть оказалось занятно. Но все это нравится невероятно. Похожими быть — это класс. Диджит, привет. Слушай, мы тут с Бусей случайно такое обнаружили. Буковка. Если в сок береники добавить измельченную шерсть единорога, все бахнет и пойдет густой фиолетовый дым. Диджит, ты чего? Ты такая красивая, Буковка. Я? Это... Что-то связь плохая, позже перезвоню. Подруга пришла на вечеринку в таком же платье, как у тебя? Нет проблем. Спрей бусинки. Нанеси состав на одежду. Одна секунда, и у тебя новое платье. Бука, представляешь, у меня миллион лайков. Я теперь научный блогер. Можно я в твоей лаборатории еще кое-что попробую смешать? Давай, экспериментируй. Бусь, отдашь мне еще как-нибудь потом это платье? Да, конечно! Ой, Терция! Наконец-то! Терция, посмотрите, пожалуйста! Теперь мы можем получить подарки? Подарки? У вас что, день рождения? От родителей подарки! От чьих родителей? А, да, конечно. Так, буковки, бусинки. Не узнала.
Значит, мы справились? С чем? Какие-то вы странные сегодня. Это мы странные? Мы перевоплощались. А, это вы хорошо придумали. Настоящая фея должна овладеть искусством перевоплощения. Буковка, что это? Мама и папа путешествуют по вселенной. Это их дневники. Когда вырасту, полечу с ними. Назовите день. Завтра? Завтрашний лук. Нет тут никакого лука, ни одной луковички. Это же предсказатель моды. Я теперь буду знать обо всех модных трендах заранее. Классная штуковина. Вот бы она еще и настроение Терции научилась предсказывать. Да, Терция ведет себя очень странно. Дрема, она сегодня в тебя превращалась. В меня? Да как она? А зачем? Думаю, хотела обмануть королевского стража. Он что-то здесь искал. Пойду спрошу, зачем она это сделала? Нет, Фантик, она тебя тоже обманет. Знаете, мне кажется, Терция что-то скрывает. Предлагаю провести расследование. Точно, Буквище. Нужно все-все про нее узнать. Буховка, быстрее! Я больше не могу! Ой, девочки, какие у вас игры нефейные! Давайте лучше дискотеку устроим! Бусина, выруби этот мармелад с сиропом! Ничего ты не понимаешь! Эта музыка вошла в топ! Под нее топают? Согласно новейшим исследованиям, высокий рейтинг не является показателем качества. Какие вы зануды! И музыка вам не та, и топы вам не те, и... По-моему, Бусинка обиделась. Ничего, пообижается и перестанет. Ой! Почему мы все время делаем то, что хочет Дрема? Или Буковка, или даже Фантик? А я... Никто меня не слушает! Только обижаю! Коробочка? Откуда это? Какие классненькие! Наверное, сундук мне подарочек сделал, чтобы я не расстраивалась. Такой высокий каблук... Феерично! Я самая красивая красавица! Просто мисс Феерия! А ведь я еще и самая умная умница! И талантливая талантливица! И музыкальный вкус у меня самый... Про поиски Паудиного талисмана ни слова. А как же предупреждение? Так, лучше заглянуть в фей-чат. Самые волосатые! И ручки самые ручные! И душа самая душистая! Бусинка, что это с тобой? Что это за туфли? Где-то я их видела. Что за великолепные туфли? Бусинка, ты потрясающе выглядишь. Конечно. А еще я бесподобно пою. Поразительно. А я и не знала, что у тебя такой превосходный голос. Да вы не представляете, сколько у меня талантов. Так и быть, спою девочкам, хотя они и не заслужили. Чао, Терция. Она же ужасно пела. Почему я сказала, что у нее превосходный голос? Ой, ладно, я же в чат хотела. Стоп, под своим именем заходить нельзя. Как бы мне... Ага. Добрый день, полуденный талисман. Какая ужасная буря была вчера. Не понимаю, почему не использовали для защиты полуденный талисман. Ха! Да его уже полгода никто не видел. А 2 дня назад король провел тайное совещание. Не к добру это. Что-то случилось, вот увидите. Неужели Феерия в опасности? Что же делать, что же делать? Ведь теперь проверки начнутся. Разумеется, начнутся. И сегодня ровно в 5 пополудни проверка будет у вас. Потребуется особая магия. Я тебе отправила одну вещицу, она поможет. Вещицу? И где она? А, наверняка у меня в доме. В
Фекелеки, опять! О, какие туфли! И какая музыка! Бусинка! Чего? Дрема, ты не заболела? И правда, отличная музыка! Класс! Ага. Давайте танцевать! То-то же! Только нужно вас приодеть, а то вид у вас какой-то... Нефейный! Не дискотечный! Невероятное. Еще бы! Это же Версачи! Последний писк моды. Ох, надо передохнуть. Нет, это я передохну. А вы танцуйте, танцуйте. Какие у тебя туфли прекрасные! Каблуки прямо ух! А можно? Можно мне померить? Ну, я даже не знаю. Это совершенно не твой стиль. Ты в них будешь такая смешная. Бусечка, пожалуйста, я примерю и сразу верну. Так и быть. Ты же моя сестра все-таки. Фу, да выключите кто-нибудь этот ужас. А зачем я напялила это дурацкое платье? Нужно оно мне как жабе парус. Что же это за туфли такие? Ну-ка посмотрим. Туфли всевластия. Туфли на высоком каблуке или туфли всевластия дают феи, которые их надевают, абсолютную власть над другими феями. Буковка, какая ты красивая! Я такая же красивая, как бусинка. Букочка, ты намного, намного красивее и в 100, 500, 1000 миллионов раз умнее. Да ты, буква, вообще гений. Эх, вот бы у тебя научиться быть такой умной, красивой. Научиться? А что это мысль? Точно, буду вас учить. При этом состояние равновесия определяется функцией, характеризующей распределение плотности энергии излучения заключенного в этой полости по всевозможным частотам излучения при постоянной температуре. Что здесь происходит? Терция, вы опоздали на урок. Что надо сказать? Буковка, можно войти? Можно, но чтобы это было в последний раз. Идите на место и доставайте тетрадь. Ой, а я это... Тетрадь забыла. А голову вы случайно не забыли? Голову нет, не забыла. Вот голова. Итак, какой функцией определяется состояние равновесия? Лес рук. Потя, потом. У нас урок. Фантик, что я сейчас сказала? В расстояние полновесия в лес друг. Да... Для особо одаренных, повторяю, состояние равновесия. Хватит уже этого обучательства. Давайте играть! Играть! Отличная идея, Фантик! Какая ты у нас молодец! Фантик, ты самая умная! Браво! Влево! Вверх! А теперь... Так, все, хватит уже командовать. Конечно, Дремочка. Ой, какая ты красивая. Фу. И очень-очень умная, мудрая, гениальная, образованная. Да что ж такое-то? Хочешь, мы будем зомби? Ты ведь любишь. Да уж, супер план. Вы и так как зомби. Совсем уже ку-ку. Дрема, что нам сделать, чтобы тебя порадовать? Да чего все пристали, феник-репеник? Ничего мне от вас не нужно. Но нам очень-очень-очень хочется сделать тебе приятное. Дрема, пожалуйста, скажи, что? Идите вы все спать. А где прикажешь спать? Да вот хоть здесь.
Как скажешь, Дремочка. Посмотри, вот так, правильно? Правильно, правильно. Ох, ух, наконец отстали. Да чего ж туфли дурацкие? Пойду и Клеру позвоню, расскажу. Вот он обхохочется. Ну, конечно. Это же туфли всевластия. Особая магия. Это их мне прислали. Королевская разыскная служба. Уполномоченный страж. Жетон номер 317. Чуть не забыла. Я же Дрема. Добрый день. Чем могу быть полезна? Фея Дрема. Идентификация пройдена успешно. Я фея Дрема. Учусь в этой феерической школе. Ищу незарегистрированные магические предметы. Должен осмотреть помещение. Наставницы Гренни сейчас нет. А без нее нам нельзя пускать посторонних. Должен осмотреть помещение. Должен осмотреть помещение. А я сказала, нельзя. Вам придется удалиться. Приказано удалиться. Приступаю к выполнению. Веник, может, хватит уже? Целый день над нами издеваетесь. Будете знать, как брать чужие магические предметы. Заткните уши. Проверка не пройдена. Отчет стража отправлен на дополнительное расследование. Жди новых проверок. Фея Ирис выходит из игры, а фея Махаон продолжает наступление. Похоже, фея Гармония тоже готова сдаться. Что это? Неужели? Обманный маневр! Фея Махаон повержена! Гармония побеждает! Вы видели, видели? Ирис такая пуф, пуф, огонь такой. А Махаон зато смерчем. Это так себе заклинанница. А вот Гармония связывающим. Фикилейка, как же все это круто! Вот бы научиться. Зачем? Нам такие умения ни к чему. Ага, ни к чему. А если опять будет мировая битва фей, на нас как нападут? А мы? Исключено. Нас охраняет полуденный талисман. Дрема, я тебя спасла! А в моем журнальчике написано, что полуденный талисман пропал. Его то ли украли, то ли спрятали, то ли... Короче, никто ничего толком не знает. А туда же новости печатают. А ты, Дремочка, все-все знаешь? На вот тебе, ты обездвижена! В любом случае, мы живем в 21 веке. Феи слишком умные, чтобы воевать. Бука, очки твои? Мои на мне. О, значит, эти из сундука. Волшебные. Все розовым стало, в цветочек. Спасибо, не надо. Фейки-лейки, схемы какие-то, тоска. Ну-ка, эти. Ой, умора. Красивенькие. Страшнючее все такое. Где, где страшнючее? Давай сюда, трусиха. А розовенькая в цветочек как раз для тебя. Какие со схемами? Эти? Отлично. Ура! Мне желтые остались. Это в них умора, да? Орхидеи, мои любимые цветы. Феерично. Ой, кажется, я слышу голоса. Кто это? Вроде темные духи. Точно, это они. Я их узнала. Да это же черные чернушки. Феник, кофейник. Какие все смешные. Ой, не могу.
Да-да-да-да-да-да. Это явление неизвестно науке. Может, я сейчас открытие сделаю? Шлем, что ли, надеть? А то еще метеоритом заденет. Играйте. Значит, все уроки сделаны? Игра, игра! Давайте играть! Все вместе! Так, у вас еще 10 минут на игры. А потом я проверю, как вы выучили исцеляющие заклинания. Только не это! Турция, вы как? Он вас не ранил? Ой, что это было? Им просто поиграть хочется. Ей нужна была ваша сумка. Точно, сумка! Где мой магификатор? Сумку болотный дух утащил. Видите лужи? И тому он оставил. Болотный кто? Дрема опять со своей ерундой. Не слушайте ее. Сумку взяла принцесса полуденного мира. Вот этого точно не может быть. Может, может. Все думают, что принцесса хорошая. И вы тоже. А она что-то замышляет. И только что была здесь. Смотрите, волоски от ее меховой мантии. Подождите, но это не могла быть принцесса. Принцесса это... Тумбочка. Тумбочка? Они играли со стулом, вышибалы. Избили вас. Случайно. Вон царапинки на полу. От ее ножек. Кажется, тут все сошли с ума. Все дело в магнитной аномалии. Тут был космический смерч. Вон как предметы разбросал. Так, кажется, шутка затянулась, а дело серьезное. У меня пропала сумка. Я все поняла. Осталось выяснить сущую мелочь. Куда дух принцессы Тумбочки на пару с болотным смерчем унесли мою сумку? Туда! Сейчас я найду эту болотную принцессу и устрою ей смерч из тумбочек. Не ругайтесь! Они же все время стоят! Сразу нескольких астероидов! Им тоже хочется поиграть, побегать! Поцарапали пол немножко! Никто не заметит! Дрема, что с тобой? Спокойно! Это духи пещер! Они не вредят феям! Дрема! Не подходите! Я буду защищаться! Ура! Играем! Баттл! Пиу-пиу! Немедленно признайте меня принцессой! Значит, вот как аномалия действует на фей! Сейчас я... Пиу-пиу! Как весело! Феник-муравейник, все всерьез. Это война. Монстры наступают, а полуденного талисмана больше нет. Что же делать? Что делать? Защитная стена! Но надолго она их не задержит. Надо что-то посильнее. А! Огонь, как у Ирис! Сжигающее волшебство! Эта магнитная аномалия разрушает разум! Я не позволю уничтожить мое королевство! Ее нужно срочно ликвидировать. Ну как? Знаю, нужен смерч. Он изменит магнитное поле. Как это Махаон делала? Сдавайтесь, мятежницы! Или я применю связывающее заклинание! Молодец! Мы с тобой ловители лучиков! Давай еще раз! Эй, ну чего ты? Вставай скорее! Почему Ботя не встает?
Ботя, мне уже не смешно. Фантик, кажется, Ботя ранен. Как ранен? Зачем ранен? Нужно срочно что-то делать. Нужно срочно что-то делать. Нужно срочно что-то делать. Исцеляющее заклинание. Все вместе. Я не смогу. Это слишком сложно. Связывающее 15 уровня, значит, смогла, а исцеляющее 5 не сможешь? Давай! Насморк прекращайся, горло исцеляйся. Да не то исцеляющее. Лен, пустырник мое раном. Быстро излечись от ран. Череда полынь, кипрей. Выздоравливай скорей. Живой. Ботя, Ботя, ты жив. Мы спасли Ботечку. Все обыскала, нигде нет. Это что за поле битвы? Кто с кем воевал? У нас тут злые духи сборище устроили. Из-за них девочка чуть в монстров. Стоп, 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 я точно с вами с ума сойду. Целый день чушь несете. И выглядите как-то странно. На вас очки. Откуда они взялись? Из сундука вроде. Я поняла. Это очки во всем виноваты. Из-за них мы и видим все по-разному. Так что же получается? Я не принцесса. Принцесса? Ты? Ну, знаешь. А потом появились вы. Да. Вот только это совершенно не объясняет, куда делся мой магификатор. Ботя, спасибо! Но тебе не стоит бегать в таком состоянии. Ну, кто же напал на Терцию? Значит, злые духи все-таки... А я уверена, что это связано с полуденным талисманом. И что принцесса... Девочки, вы опять? Вам что, мало? Да уж, лучше пусть тайна останется неразгаданной. Зато целы будем. А куда делся хомяк? Да Катя клетку на пол поставила, а дверцу не закрыла. Так он взял и сбежал. Воду разлил, пол поцарапал, вещи раскидал, а самого и след простыл. Катя пошла его во двор искать. Какой чудесный вальс! Так это был сон! Бал! Нет, 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 нет! Никаких балов! Даже во сне! Занимаемся. Сегодня в королевском дворце бал. Мы бы, конечно, очень хотели туда попасть. Ну кто ж нас туда пустит? Так что мы решили свой праздник устроить. И уже распределили обязанности. Бусинка все украсит. Дрема подберет музыку. Я организую развлекательно-познавательную программу. А Фантик займется сладостями. И радостями. И шоколадостями. О, бал! Никаких балов. Сейчас по расписанию уборка. Фейский веник, опять? У вас есть 53 секунды, чтобы слетать за принадлежностями для уборки. Ладно, может, я чуть-чуть перегнула. Устрою девочкам вечеринку, но после уборки. Так-так, что тут у них? Солнечный мармелад? Лунные леденцы. О, шарики с цветомузыкой, смеющиеся огоньки. О, три по цене одного. Отлично. Доставить. Познать самое себя.
Ой, столько дел. Ладно, успею как-нибудь. А что это за пятнышко? Следы раздражения. У Кати вчера комп завис. И она раздражилась из-за этого? Фантик, по-моему, тебе пора заняться воспитанием Катиных скрепок. Ага. Ой, конфетки. Откуда они? Не из тебя выпали. Да это же леденцы с капризами. В моем журнальчике была реклама. Разнообразь свой день сюрпризами. Попробуй леденцы с капризами. Я тоже хочу. Ну? Ой, как хочется капризничать. Тянет чудить. И даже, кажется, хулиганить. А вот делать уборку ни чуточки не тянет. Да ну ее совсем, эту уборку. Времена Золушек прошли. Долой тряпки и швабры. Долой веники. Устроим бал. Не хуже, чем во дворце. Ура, праздник. У нас тут что, утренник для пупсиков намечается? Приключения колбочек и конфеточек в розовой стране? Сейчас я вам покажу, что такое настоящее веселье. Вот! Какой кошмар! Выключи это! Ваши крылья расслабляются. Вы чувствуете, как исчезает напряжение в прожилках? В прожилках? Что-то пока не очень. Тело наполняется ощущением покоя и приятной вялости. Вот вялость, да? Вялость чувствую. Да уж, что-то не складывается у нас с собственным балом. Может, оно и к лучшему. Отправимся на настоящий бал, королевский. Поход – это не фейна. В моем журнальчике писали, что сейчас модно путешествовать на летучих кораблях. А это мысль. У меня как раз есть один чертеж. Кру-крибль, кру-кробль, кру-крабль. Постройся, летучий корабль. Класс! Мы улетучимся во дворец! Эй, Букрище, супермозг! Кончай пифагорствовать, а? Дальше земли не упадем! Наконец-то я увижу настоящий бал! Эй, меня не забудьте! Осторожней! Конструкция не очень крепкая! Бельная какая-то. А это вообще занудство. О, вот то, что нужно. Ой, я танцевала под эту мелодию прошлой осенью. С таким блондином или брюнетом, не помню. Но как он танцевал. Да что там у них опять? А, это же торт готов. Фейл. А пусть тогда бал перенесется к нам сюда. О, точно! В лунной книге как раз подходящее заклинание есть. Не думаю, что это хорошая идея. Так, быстро все становимся в круг. Ладно, но могут быть последствия. Эндлингна аунгла лендео элгли. Англогн, Лантинглуда, Нандингла, Дантгли! Сейчас появится королевская процессия! Спасайтесь!
что устали мы от всех этих заданий бесконечных. Кто мы тут вам, 7 гномов, что ли? Надоело. Значит, это вы устали? Это вам надоело? А я вам кто? Белоснежка? Думаете, мне хочется заниматься уборкой, печь вам пироги и уговаривать вас учиться? Думаете, мне не хочется на бал, где я должна... Леденцы-то действуют? Какие еще леденцы? Вы мне зубы не заговаривайте. И вообще, некогда мне ваши выдумки слушать. С капризами из рекламы. Вы же их тоже пробовали? А почему с капризами? Обычные леденцы. Обычные? Ну, бусины. Чего же мы тогда капризничаем весь вечер в фейке-канарейке? Я знаю почему. Мы хотели, чтобы праздник был, а не убирательство. Фантик права. Нам просто хотелось покапризничать из-за плохого настроения. Вообще-то леденцы и были к празднику. К какому празднику? Тому самому, который начнется сразу же после уборки. Ура! Ура! Теперь волшебные фанты. Дайте мне каждое по одному предмету. Что сделать этому фанту? Пусть этот фант отправится в путешествие. В путешествие? Отлично! Но путешествовать лучше всем вместе. Отправляемся прямо сейчас. Самый лучший бал в моей жизни. И в моей, Фантик. Сообщение от неизвестного. Так, все, пора домой, а то замерзнете с непривычки. Завтра король объявит о пропаже полуденного талисмана. С исполнением пророчества нужно поторопиться. Кто прислал это сообщение? Источник определить не удалось. Значит, завтра талисман начнут искать. У меня совсем мало времени. Нужно срочно что-то делать. Может, в лунной книге есть что-то, что поможет расшифровать пророчество? О, вот похожий знак. Как там Дрёма делала? Угу. Ну, если Дрёма расшифровала лунный язык, то я-то точно смогу. Вот. И что же у нас получилось? Осёл, бесконечно бьющийся головой об стену? Ха! Это ты мне? Ты меня ослом назвала? Это неслыханная дерзость! Так, я уже с книгой разговариваю. Это просто книга. А я просто неправильно расшифровала лунный язык. Надо попробовать еще раз. Опять? Ну, это уж слишком. Ладно, потом еще попробую. Эх, где теперь, интересно, моя лунная книга? Куда исчезают вещи, проглоченные страхом? Никак не пойму. Что с этим кремчиком случилось? Вот же написано «Жемчужное сияние». А я мажу, мажу, и ничего. Не сияет. Ой. Фейки-леки, бусинка. Это не крем, а зубная паста. Но здесь же написано. У нас на холодильнике «Африка» написано, а внутри холодно. Бусинка, это, наверное, я коробочки перепутала. Немножечко. Немножечко? А чем же я зубы чищу? Всем приятного аппетита! Угу. И вам! Терция, а как мы будем отмечать День феи мерцания?
Точно! День феи мерцания. Что? День феи мерцания. Традиции празднования. Феерично. Ух ты! А давайте такой же праздник сделаем. Чур, я торт делаю. А я фейерверк. С меня тогда гирлянда. Я тогда кристаллы сделаю. Вот. Вот и чудесно. Все при деле. Нет, Фантик, кристаллы выращивает старшая фея в доме. А? Я? А что же мне тогда делать? Ничего больше не осталось. А ты еще маленькая. Никакая я не маленькая. Я большая. Я тоже хочу что-то делать. А ты? Ты, Фантик, будешь всем помогать. Точно, помогать. Ура, ура! Я буду помогать, я буду помогать. Терция, ничего не забыли? Отлично, Фантик. Принеси, пожалуйста, мой блокнот. Да-да-да, я сейчас. Надо еще придумать, что мы подарим Фантику от феи мерцания. Она все еще верит, что фея мерцания делает подарки? Ага. Фантик возвращается. Вот. Фантик, ты что? Буковка же блокнот просила. Ой, я перепутала немножечко. Ничего страшного, Фантик. Карандаш тоже пригодится. Да, и можно что-нибудь нарисовать. Обсудим подарок позже. Встречаемся под кроватью в 5. Почему я? Ну, почему я должна этим заниматься? Интересненько. Я прилетела всем помогать. Давайте я что-нибудь поделаю. Ну, что мне делать? Я же тоже хочу участвовать. Ой, хорошо, я дам тебе задание. Возьми на кухне кристаллы рез и обрежь кристаллы. Вот здесь и вот здесь. Поняла. Взять на кухне кристаллы рез. Ну и молодец. Лети. Встреча под кроватью в 5. Ух, как же мне успеть? Ой, Буковка, а я Терции помогаю. А давай я тебе тоже помогу. А давай. Вот, отнеси в холодильник баночку. Это холодный огонь. Ой, здорово. Сейчас отнесу. Ой, Фантичек, ты толчешь орехи и ягоды финики для торта? А то я не успеваю, Не успеваешь? Что? Да так, волосы уложить. Куда уложить? Ой, кристаллорез. Еще чуть-чуть. Какая гирлянда здоровская. Это чтобы кристаллы украсить. Хочешь попробовать? Конечно, хочу. Ой, сколько у меня заданий. Главное, ничего не перепутать. А ты стишок придумай, чтобы запомнить. Стишок? Стишок, это я запросто. Супер. Поможет стишок ничего не забыть. Обрезать кристаллы, огонь охладить, его в фейерверке залить. Кристаллы красиво гирляндой обвить и каждый орех измельчить. Боть, я сейчас никак не могу играть. У меня столько дел. Кристаллы, торт, фейерверки. Все на мне. Ладно, не обижайся. Давай поиграем. Но только совсем-совсем недолго. Итак, что мы подарим Фантику? А может, хотя нет. А если... Нет, не подходит. А если... Нет, слишком сложно. Ой, все-все-все, мне пора. Заигралась я тут с тобой. А мне столько нужно успеть. Вот я молодец, что запоминательный стишок выучила. Поможет стишок ничего не забыть. Обрезать гирлянды, огонь охладить. Еще я кристаллы должна измельчить и как-то на них фейерверк нацепить. Тихо, тихо! Волшебство для волос каждой девочке пригодится. Как можно сравнивать какой-то волосяной лак с волшебством счета? Может, смешинку?
Фантик и так веселая. Что это? Фантик! У старших все время заботы, дела. Все рады, что я к ним на помощь пришла. Фантик, что ты делаешь? Кристаллы расталкиваю. Осталось только холодный огонь в торт залить. Раз и все. Кажется, я опять перепутала. Немножечко. Что это было? Холодный огонь. Если его с тестом смешать, он взрывается. Что-то праздник в этом году не задался. Да уж, еще и лунная книга пропала. А куда же фея мерцания подарок положит, если кристаллов нет? С Грэнни все не так было. Помните, как классненько мы в прошлом году отметили? Ну вот что, никому не расстраиваться. Еще не вечер. Мы сейчас быстро все исправим. Правда? А мы успеем? Уж поверьте. Мы все успеем. Ура! Праздник, праздник, из чего он сделан? Из улыбок торта, писем, встреч, огней. Праздник, праздник, счастью нет предела. Пусть подольше праздник длится, ведь ничто с ним не сравнится. Он зажег весельем лица и собрал друзей. Он зажег весельем лица и собрал друзей. Не хуже, чем в королевском дворце. Только мы подарок Фантику забыли. Ой, смотрите, что я нашла! Кому бы это? Это мне, от феи Мерцания. Она в свой праздник маленьким дарит подарки. Разве ты маленькая? Да, ты ведь у нас большая. Сама говорила. Маленькая-маленькая. Это точно мне. Похоже на напоминающее волшебство. Ух ты! Чтобы я ничего не забывала? Здорово! Пора доставать подарки! Подарки! Волшебство для волос! Какое классненькое! Набор формул! Самых новых! Ужасные крики! Прикольно! А для тебя, Дрёма, у меня есть еще кое-что. Держи. Я нашла ее сегодня днем. Она за кровать завалилась. Лунная книга! Ух ты! Какие же эти лунные буквы странные. Дрёма, а ты правда умеешь читать по-лунному? Вот прочти, что здесь написано? Это заклинание нужно произнести после того, как будет открыт замок пророчества. Ого! Да ладно, Дрёма, ты сочиняешь. Что за замок пророчества? Время есть торт! Как торт? А фейерверк? Простите, кажется, я перепутала. Перепутала? Ничего себе перепутала. Что меня сегодня ждет? Пусть будет 4. И что вся эта красота значит? Подожди ты! Дрёма, привет! Мы тут в кино собрались, пойдешь с нами? Да не сможет она, маленькая еще. 14 лет маленькая? Ну ты и сказал! Феи до 16 не могут летать без силового поля. Как бы тебе этого не хотелось. Это Дизет, мой друг. Вот зануда, да? В общем, будем у тебя через час. И что-нибудь придумаем. Что надеть? Что же мне надеть? А как же я полечу? Терция! 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 Ну как же тебя открыть? Фейки-леки, да где же она? Терция! Ну что там опять? Терция! Терция! Ну где вы? В чем дело? Терция, меня Эклер в кино пригласил, но Диджит сказал, что я еще маленькая. А вы же можете сделать так, чтобы я полетела без силового поля?
Если я не отзываюсь, значит занята. А ты действительно еще маленькая. Летать без силового поля ты сможешь 16 лет. Но только если будешь серьезно относиться к учебе. Ну вот ведь училка, вредилка. Сами вы все маленькие. А я все равно полечу. Трём, ты куда? А мне можно с тобой? Нет, я за Клером в кино. Но мы же еще не можем летать без силового поля. Да ерунда, надо только по-настоящему захотеть. Эльфа же летает с 12 лет, а мне уже 14. Все, с сегодняшнего дня я эльф. Даже лучше. Ты не эльф, ты фея. Мне просто нужен летательный аппарат. Ух, шутся. Только что из принтера. Свеженький. Ой, какая штука. А как она работает? Сейчас узнаем. Да чего там узнавать? В Фейнете ясно написано. Летательный модуль для фей. О, не очень он летательный. Дрёма, да это же не весь аппарат. Ты распечатала только одну деталь. Еще крылья должны быть и... Ну, может, хватит уже сообщение слать? Полетели уже. Вот зануда есть зануда. Мы вылетаем. Будь готова через 20 минут. А, 20 минут. 20. Буквочка, придумай что-нибудь, но скорее. Мне очень надо. Хорошо, хорошо, не волнуйся. Все успеем. Вот летательный модуль. Он управляет крылом. Все системы контроля находятся под верхней панелью. Модуль? Потому что модный? Класс! А это педаль старта? Ух ты! Полетела! Тормозить-то как? Ну, там специальное плоскостное крепление. Нужно только силу натяжения рассчитать. Тормоз нашла. Дрём, ты на Диджита только не обижайся. Он вообще-то нормальный парень. Будем через 10 минут. Фейки-леки, через 10! Дрёма, не паникуй. Сейчас новый модуль соберем. Нет уж, хватит этих детских конструкторов. Пришло время взрослой магии. Мы не взрослые, мы дети. Ты что, волшебную сферу запускать умеешь? Ну что там уметь-то? Я 100 раз видела, как Терция это делает. Ой, девочки, что тут такое? Буря начинается? Это Дрёма улетный шар конструктирует. Феерично! Надо же! Получилось! Лечу! Я лечу! Дрёма! Куда ты? Шар ее съел? Нет-нет, Фантик! Но сфера переместила ее. Могла куда угодно закинуть. И не просчитаешь. Феник-кофейник, где это я? Как меня сюда зашвырнуло-то? Буква, Буся, Фантик, Эклер! Там за стеною свобода, смотрит у нас небосвода. Я ведь не кукла безвольная, в ловких руках кукловода. Крылья дрожат за спиною, жить не хочу за стеною. Здесь я одна, словно луна, прочь улететь.
Эклер подарила, я... Ну, как же... Помогите! Кто-нибудь! Эклер! Это она! Я слышал ее голос! Рёма, я лечу к тебе! Света мы гонки устроим, настежь все двери. Она в вентиляции! Надо на два этажа подняться. Веревку возьми. Ага. Там волшебство не работает. Вот настоящее, не волшебное. Сейчас мы их вытянем. Ой, отвязалась. Они летят прямо на винт. Я улечу, я смогу. Настоящий выручатель. А мы с тобой крутая команда. Здорово ты все придумала. Это был единственный логичный план. Я бы без тебя не смогла полететь, а ты бы без меня их не нашел. Феерично! Вы настоящие герои, особенно ты. Спасибо. Буковка, у меня есть интересная гипотеза по поводу функциональных возможностей. Еще один умник. Мне же этот узорчик сегодня снился. А в кино-то опоздали. Да и ладно, я тебе все подробно расскажу. Битый циферблат. Ничего не получается. Что я здесь делаю? Тайна не разгадывается, дети не слушаются. Училка-вредилка. Вот я кто. А чего я, спрашивается, ее не пустила? Может, и правда из вредности? Надо сделать ей магическую сферу. Пусть хоть кому-то будет хорошо. Дрёма, я подумала, что в виде исключения ты могла бы слетать сегодня в кино с... Да нет, спасибо. Мы уже сегодня налетались. С эклером. Ничего, мне все равно уже пора. Ну да, пора искать ключ. Давай поиграем. Нажми на колокольчик и будешь узнавать про все новое. Ставь лайки! Много лайков – это так феерично! Научный подход предполагает подписку на наш канал. И ты подпишись. Просто класс!